экипажем снова стал наш пол. Выступают все на место черной магии, профессор, нашему маэстро Бог. Но мы с вами точно знаем, чародейство не бывает. Это только фокус. Пробил наш час, и вот замирая ждет. Интересно мне. Скажи же, любезный фокус, местное народонаселение значительно изменилось. Точно так, месье. Вот эти обращения выражают восхищение. Город повидавший. Восхищается профессор всем техническим прогрессом. Наши метрострои, да. Внешним обликом столицы и трамвайной вереницы. И культурным слоем. Нашим приемом он, правду сказать, польщен. Я выразил восхищение. А это гражданин собравший, перебрал ваши все слова. Однако мы заговорились, дорогой фагот, а публика начинает скучать. Покажи-ка для начала что-нибудь простенькое. Вечер славный, такой еще надо, чтоб уже отмолить причину счастья. Девочным умением придем в интриги. Карманы полностью, а будут деньги, да. С чуховским нетерпением признать и рад. Порядочные очи, мы все здесь люди. Червонцы раздаются делами. А зрители, как прежде, нам верят свято. Случай массовый гипноз, фокусников, гипнозов, только что показан. Тут не деньги, а бумажки, не дороже промокашки. Все исчезнут, рада. Не было такой промашки, настоящей бумажки. Вот датский магазин, в мире такой один. Thank you.
как люди. Любят деньги. Ну так это же всегда было. Человечество любит деньги. Ну легкомысленно, ну так что ж, и милосердие иногда стучит в свои сердца. Обыкновенные люди, в общем, напоминают прежде. Квартирный вопрос вот только испортил их. Наденьте его. Ha ha ha.